Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Ки. Мы сегодня мы играем в финалочку на серию Родина Реплей, Центральный округ. У них здесь Кирилл Путболов, и не забывайте здесь по непрегистрации. Ну что же, пацаны, сегодня у нас будет тест этой малышки. Посмотрим, на что, в принципе, она способна. Будем просто пытаться проехать на жестких местах, где не проедет вообще никакая машина. Я надеюсь, вам это понравится, поэтому обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал. Короче, пацаны, я уже взял тачку, ее заправил, в принципе, и мы уже там, где нужно. Я живу на Рублевке в Бусаево, поэтому все, в принципе, четенько. Да, вот этот пацан вообще красавчик. Ну что ж, давайте попробуем без нитро вообще. Я нитро не буду пока что трогать. Это будет в крайнем случае, хотя не верю, что нам толком нитро поможет. Извиняюсь за эти текстуры. Так, мы заезжаем сюда. Тачка заглохла. Блин, я думал, мы сейчас просто на изях проедем и все. А в итоге она застряла. Ну что ж, вот мы снова, в принципе, здесь находимся. Давайте я, чтобы по 100 раз не бегать, а то мало ли что произойдет, я просто припаркую пока что его вот здесь. Все, давайте попробуем ходом пройти, просто сразу так заезжаем, 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 заезжаем и выезжаем просто. Изи, реально ходом спокойно, просто я реально очень медленно первый раз проезжал, и поэтому мы застряли, машина заглохла. Так ходом мы довольно-таки спокойно и легко проехали. Так, эту лужу мы уже одолели, давайте поедем на другую. Нет, не на эту маленькую, а вот здесь есть большая еще одна лужа. И попробуем в ней проехать. Так, подъезжаем просто так вот. Оп, спокойно выезжаем просто. Задним ходом вообще просто изи, пацаны. Реально просто вездеход. Давайте даже, вот, заехали медленно, такие, оп, вот. Газуем, газуем, и он выезжает спокойно. Главное просто не останавливаться, и он везде проезжает. Потому что, сами понимаете, если вода там выше крыши, так сказать, то он заглохнет, и потом я уже ничего не сделаю. Ну что ж, вот я приехал, это место, пацаны, здесь реально будет жестко. Возможно, даже вот там возле мостика попробуем там, потому что очень глубоко. Ну давайте для начала попробуем здесь. Давайте сначала ходом проедем просто, ну вообще ни о чем. И давайте теперь просто медленно проедем, посмотрим, проедет он или нет. Мне кажется, проедет, так вот, мы такие типа остановились. Воп. Ну вообще просто изи, пацаны. Главное просто вас не останавливаться, давайте проедем дальше вот там. Ну давайте попробуем здесь, хотя здесь везде глубоко на самом деле. Ну давайте попробуем. Здесь уже реально сильно глубоко. И у нас заглох двигатель. Ну да ладно, в принципе, ничего страшного. Слабо, что я прописал парк вон в том месте. Мне вот кажется, если на нее гидравлику поставить, то все будет намного веселее, и он просто будет проезжать везде, потому что он, наверное, станет выше, ну, намного выше станет, в принципе, поэтому, не знаю, можно будет для эксперимента чисто гидравлику поставить, но пока что давайте пробуем на стоке. Блин, кстати, салончик у него такой симпатичный, давайте попробуем от первого лица поехать. Давайте от первого лица пробуем поехать. Оп, выехали. Кстати, здесь аэродроп валяет. Вот здесь аэродроп лежит, но нам он интересен, нам интересно вот что. Так, давайте я прямо вот здесь эту тачку паркану. Так, заводим двигатель, все, вид от первого лица выключаем, чтобы все было видно. Но здесь он по-любому проедет просто, ну, здесь просто ни о чем. Глубина, я думаю. Да, я сейчас зависну по-любому, да? Сказал, что здесь ни о чем глубина, и сейчас по-любому я здесь застяну. А нет, видите, проезжает, реально проезжает. Так, здесь уже ушел по крышу, давай, родной, давай. Ой, ты какой хороший, смотрите, просто. Реально просто танк, пацаны. Реально проехал, как нечего делать. Вот, к примеру, давайте попробуем вот здесь. Просто без нитро, и он выйдет или нет. Серьезно, он выехал? Вы просто смотрите, какой был уровень горы. Вы просто смотрите, давайте, вы следы остались. Вот, под таким вот углом я просто выехал, понимаете, вот. Вот, под таким вот углом я выехал. Ладно, давайте попробуем вот этот угол взять. Ну что, готовы, пацаны? Будем покорять вот эту гору. Я включаю нитро, и мы заехали. Мы реально заехали. Так, пока нитро есть, давайте я еще попробую. Давайте, ну, в вот эту сторону хотя бы вот так. Бля, это просто машина, не знаю, какая даже, как ее назвать просто. Реально просто ему просто похер на все. За счет быстрого ускорения он запрыгивает наверх. Это довольно-таки круто. Поэтому, пацаны, советуем эту тачку. Вот такой был тест. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.